Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас желудочно-кишечный тракт, точнее желудок. Данная точка Е37 Шадзюсюй мало того, что относится к меридиану желудка, и она контролирует наш орган с вами желудка. Но она еще выступает точкой, которая является точкой, которую всегда используют при избытке яньской энергии в желудке. Как это понять? Когда человек весь воспалился, и у него много энергии, и он кипит, это может быть стрессовая ситуация, это может быть накопление энергии, просто вот у человека психует, ему надо расслабиться, он психует, он накопил энергию, ему нужно эту энергию расслабить, он не может. Он чувствует, что он воспален. И это воспаление передается негативно на желудок, вследствие чего сразу же воспаляется и желудок, сразу проявляются все болезни желудка, острый хронический гастрит, сразу мы говорим, повышенная кислотность желудка. У человека может быть жор, он ест, не наедается. Понятно. У человека может быть постоянная отрыжка. Желудок может останавливаться, долго перевариваться, пища невозможно. Это избыток яньской энергии. Помните, восточная философия подразумевает под собой теорию инь-янь. Желудок относится к яньской энергии. Смотрим, пожалуйста, внимательно, к элементу земля. А поджелудочная к иньской. Вот когда у человека начинает все воспаляться, начинает что? Избыточно проявлять себя яньская энергия. Пик яньской энергии приходится на летний период, помните. Вот почему многие люди в летний период много не едят. А если переедают, то желудок останавливается. Почему? Ясно, да? Сразу расслабляйте данную точку и сразу пойдет нормальное пищеварение. Потому, если человек знает, что он воспаляется, что у него избыток много плюсовой энергии, и эта энергия негативно проявляется на органе желудка. Это нормально. Почему нормально? У каждого человека, живущего на этой земле, есть уязвимое место. И хорошо, что вы знаете, что у вас уязвимое место желудок. Вы сразу же можете точку Е37 Шанзюсюй расслабить. И активно ее расслаблять. И снимайте этот избыток. Избыток этой энергии поднялся вверх по меридиану и остановился вот здесь вот. Что вам нужно? Развернуть эту энергию, чтобы она ушла вниз. С помощью данной точки Е37 Шанцюсюй. Данная точка расслабляется. Спасибо за внимание.